Многие люди, прежде чем купить детскую книжку, пристально изучают иллюстрации. Для них это очень важно. И более того, они даже гоняются за книгами известных художников-иллюстраторов. Сегодня нам не придется гоняться за художником-иллюстратором, и это только малая часть нашего гостя. У нас сегодня в студии Олег Яхнин. Здравствуйте. Здравствуйте. Известный иллюстратор детских книжек, но это только малая часть того, что вы делаете. Вообще в интернете о вас пишут, что вы гений живописи и графики. Так вот, коротко. Да, это очень коротко. Недавно буквально завершилась ваша выставка в Питере, в центре Эрарта. Ее фишка в том, что там были очень большие работы, такого большого формата. Такие крупные, как крупные планы в кино на большом экране. Ну, черно-белые. Да, черно-белые. Да. Ну, правда, и картины были, которые цветные. Несколько. А какие-то неожиданные слова от зрителей вы услышали после этой выставки? Неожиданные для вас? Ну, неожиданные часто, вообще после каждой выставки что-то происходит, какие-то вдруг, ну, неожиданности. Ну, в принципе, это все уже привычно, все нормально. Но неожиданность только в том, что отзывы-то все-таки хорошие. Просто неожиданно, что вдруг старые друзья откуда-то появляются из Дальнего Востока, вдруг увидели вот, выставку. Вдруг какой-то там вот, малознакомый человек, который был когда-то в мастерской. Ну, вот такие вот. Они пишут прямо в книге это. Угу. В книге а вы внимательно все. Читаете всегда, да, книги? Ну, я потом после выставки, конечно, прочитываю. Интересно же. В Нижний Новгород у вас открылась выставка под названием «Прикосновение к книге». Какие-то работы с этой питерской выставки приехали или это совершенно другая композиция? Приехали, конечно, приехали. Приехали несколько книг последних, самых последнего времени, которые я делал. Это вот в издательстве «Витанова», которое довольно-таки активно работает и делает книгу художника, то есть на художника большое внимание там обращается. И почти целиком показана, ну, не целиком, но почти целиком книга вот Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Mm-hmm. Как раз это знаменитая вещь, роман такой. И Чехов, который я сделал юбилейное издание. Вот эти книги показаны полностью. И последнюю книгу, которую я сейчас делаю, уже, наверное, 3 года. Это «Стихи Катула». Но это очень большая работа. Вот она показана. Где-то 25 работ показано пока. А должно быть 100. А вот загадочные слова для многих, я уверен, наших зрителей. «Афорт», «Ксилография». Ну да, это специально. Звучит как музыка какая-то. Приоткройте завесу, что это все такое, как это все работает ну, сейчас в наше графика время. Это же вообще большой мир такой, интересный мир технический. Поэтому вот «Афорт» — это гравюра на металле. Но там, то есть вы прям выскрябываете как-то? Там разные техники. Там есть, когда и выскрябывают сухие иглы, называется, когда режут, это рисовая гравюра, когда травят, это афорт, потом мотановая, акватинта. Там до 25 видов манер, вот так вот, на металле. Металлы разные. Есть специфика на цинке, специфика на медных пластинах и на латунных. Они немножко все по-разному себя ведут. Вот если говорить только про афорт. Аксилография – это аксил, это дерево, это гравюра на дереве тоже. Есть продольная вдоль, есть торцовая, которая… Разные техники. Вообще графику надо изучать, если кому интересно, то глубоко и посмотреть, какие там любопытные вещи. Там и мецотинты, там и монотипы, там и гравюры на линолеуме и пластиках различные, там и литография-то на камне. Литография тоже присутствует на выставке. Так что это очень такое разнообразие. А получается, что когда вы делаете гравюру, вы должны как бы вот такую, там, все в зеркальном... Это обязательно, конечно, зеркально, да. Это уже привычка. Это уже привычка работать наоборот, в зеркальном отражении. А как вы решаете вообще, вот я буду делать это на... Там, буду рисовать фломастером на бумаге. Вы фломастером на бумаге рисуете при этом. Или это я буду делать тушью, а здесь будет ксилография. Как это все происходит? Ну, это такой творческий процесс, который объяснить довольно трудно. Там всякие бывают. Но фломастер на бумаге, мне кажется, для как бы в массовом представлении художник, большой художник, и тут фломастер и бумага. Какое-то несоответствие. Ну, почему? Фломастер — это же тоже материал. Интересно, как им пользоваться. Вот, я вот сейчас Катула стал делать фломастером на бумаге, большие такие листы. Почему? Потому что я попробовал и так Катула делать, и так стихи Катула. Ну, они там сложны еще по теме самой, вот, но и по манере. Я искал, и все-таки фломастер наиболее удачно
для меня удачно выполнять было листы именно фломастером. Ну, они большие листы, такого размера. Вот. И как-то... Я, кстати, мой мастер-класс даю фломастером рисую. Сразу с натуры, где никогда уже ничего не исправишь. Ну да, там убрать. И фломастер достаточно. Рисование сразу, да. Детские книги. Я уже говорил о том, что специально ищут иллюстрации. Люди сейчас специально выбирают книги детские, да, очень часто обращая внимание на художника-иллюстратора. Вот вообще те образы, которые сейчас для детей тиражируются, они у вас какие чувства вызывают? Вот те визуальные образы, волна которых идет на сейчас. Ну, разные чувства. Если книга хорошая, так прекрасно. Вот, например, только что вот у нас сейчас идет Триеннале. Триеннале — это такой фестиваль-выставка Триеннале. Уже несколько выставок прошло, и сейчас идет заключительная выставка. У нас были показаны работы знаменитейших иллюстраторов. Молодых довольно-таки, относительно, ну, молодого и более такого зрелого, Миши Бычкова и Ломаева Антона. Это мне очень нравится вещь, потрясающая работа, очень интересная для детей. А некоторые, вот, которые в продаже идут, ну, слабые, очень много слабых работ. Ну, такое время, я не знаю, может быть, время, может быть, это издательство сами выбирает, не все, так сказать, на уровне это все понимают. Вот. Но очень много хороших книг, очень много профессиональных, великолепных книг для детей, если что касается для детей. Потому что я детские книги тоже рисую. Тут я не показываю детские книги, только взрослые. А специфика есть? Вот когда вы рисуете, вы знаете, это для ребенка. Вы как-то по-особенному это рисуете? Конечно. Тут уже рисовать надо, конечно, иначе. А как? Там другие метафоры, там уже другая пластика. Потому что ребенок же немножко иначе смотрит. Ну, если что-то рисовать абсолютно по-взрослому, ну, он же не все понимает. Не все еще, не до всего дорос, ему трудно. Это слишком сложно. Для ему нужно более понятно, более увлекательно, более как-то, может быть, даже и, может быть, ярко, и пластика должна быть более какая-то для него подходящая. Ну, там все тоже зависит от возраста. Например, ребенок 14 лет уже не такой, как в 3 или в 5 лет, естественно. Поэтому по-разному рисуешь. Иллюстрации для детей должны быть, ну, скажем так, максимально классической прорисовки. То есть они должны быть максимально близки к реальности и должны быть максимально с правильными цветами. Не обязательно, это не обязательно. Причем можно и формально делать такими. Дети, кстати, сами рисуют очень формально. Так что тут по-разному можно. Не обязательно так. Реалистически они тоже не всегда это понимают и ощущают. Иногда им даже меньше нравится. А у вас есть ли такая книга с иллюстрациями, какого-то автора, который вы вот возвращаетесь, чтобы там вдохновение, может быть, там найти, или просто отдохнуть, или хотите ее себе заполучить в коллекцию, чтобы она стояла у вас на палочке? Детские книги, да? Ну, не обязательно детские. А вообще? Не, ну, конечно, есть. Но только не одна, а вот как несколько. Ну, что... порекомендуйте нашим зрителям, на что им обратить внимание. На какие иллюстрации, да? Да, да. Просто интересно, мне не профессионал всегда в этом смысле. Ну, море такое разливанное, тут... Первое, что приходит в голову. Так понятно, много, что море разливанное, книжек миллион. Так много хороших вещей. Ну, вот я уже сказал, вот, например, посмотрите книги Антона Ломаева, очень интересные книги, детские. Вот. Ну, у него и взрослые есть, у него «Армия Бабеля» есть, но все-таки в основном он детский. Можно, ну, вот «Трогот» очень интересный. Сейчас один остался, «Трогот». Остался Александр и Валерий умер, братья Трогота. Mm-hmm. У них очень интересные, не только детские, у них взрослые, у них своя своеобразная манера рисования. Он вот недавно госпремию получил даже вот за искусство для детей. Вот, вот такие вот приходят. Ну, какие-то есть интересные. Вот, например, у нас есть художник очень любопытный. Я же все-таки про Петербург говорю. Культурная столица, конечно. Да, культурная. Потом сейчас связи немножечко так усложнены между только по интернету, да? Вот, поэтому весь мир в основном заключается как раз в основном Петербург. Хотя мы работаем со всей страной, с миром, вот, что касается выставок. Вот, но все-таки в Петербурге как-то книжная графика еще вовсю существует, работает. И я вот хотел сказать, вот Борис Заберухин, он получил недавно «Золотое яблоко» за книгу. Это лучшая книга Европы. Вот. Она детская книга. Причем черно-белая. Это программа «Арслонга». Мы продолжаем. У нас в студии Олег Яхнин. График. Выставка Олега Юрьевича открылась в Нижегородском выставочном комплексе. Будет продолжаться до конца ноября. И, Олег Юрьевич, недавно вы начали рисовать химер. Причем вы рисуете их под номерами.
Да. Зачем? Ну, зачем это вот так хочу и все. А рисую химер, они вот сейчас на выставке тоже присутствуют, большие листы. Уже много нарисовано. Вообще толчок для химер, естественно, дал Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Потому что там именно они используются, именно эти химеры. Я стал читать историю, мне стало интересно. Ну и потом романа также происходит, вот Нотр-Дам-де-Пари, Гюго тоже происходит в этих, среди них, что ли, так, да? И меня как-то эта тема заинтересовала, и когда я стал думать о том, что они, кто они, ну, все такие страшилища находятся на... И почему на храме они? На храмах, да, именно на храме, да. Вот. Оказывается, они уничтожают, отпугивают, охраняют этот храм от каких-то сил нечистых, может быть, да. Ну, вот. Кого-то съедают, кого-то убивают, кого-то отпугивают. И я взял себе на вооружение их и стал себя за ними прятать. То есть там можно вас различить где-то? Ну, я там себя не один к одному рисую, но как бы я там за ними прячусь. Вот. И в разных аспектах, с разными такими горгульями, ну, с разными химерами, я решил, что вот мне это вот очень интересно, вот эта взаимосвязь такая. Во-первых, исторически, во-вторых, по факту, и в-третьих, мне рисовать это интересно себя с ними, за ними. То есть, получается, вы верите в магическую силу картин? Я верю в силу искусства. Силу искусства. Это, если оно убедительно, то оно всегда и доходчиво, и всегда оно радует, оно дает удовольствие. А если неубедительно, то оно, так сказать, ниже, что ли, качеством будет. Может быть, подчас и не искусство. И поэтому я стараюсь делать все-таки искусство, но чтобы это было интересно мне самому, чтобы это было интересно людям, я вот выбираю такие сюжеты. А химер вам помогает уже? В чем-то чувствуете? Я надеюсь, что помогает. Ну, мне лично, во всем, мне интересно, это уже помогает. Интересно работать с ними. Знаете, некоторое время назад на вашем месте сидел другой известный художник, может быть, вы даже знакомы, Дмитрий Цветков. Ну да. Он очень нелицеприятно высказывался о всевозможного рода художественном образовании. Говорил о том, что, ну, чтобы он сейчас бы не пошел учиться, потому что там проучился много лет, его там мучили, ему это никак не пригодилось в его работе. Вот как вы думаете, и, кстати говоря, не он один отрицает классическое художественное образование. Вы, с другой стороны, вы заведующий кафедрой графики, если я правильно прочитал в интернете. И здесь такое достаточно противоречие. Вы что думаете на этот счет? Ну, вообще, вопрос такой, опять же, сложный, потому что о нем надо долго размышлять. Почему люди так думают, почему они так высказываются? Потому что все-таки я считаю, что ну, образование нужно. Оно не всегда классическое, но классическое образование, но выходят люди не всегда классические, они разные. Просто это образование. Ну, представь себе, музыкант без образования, конечно, есть такие, да? Ну, или там даже певец, которые могут и без образования. Ну, равно... Элла Фицджеральд, говорят, не знала нот, не училась петь. Великая... Ну, это, ну, вот правильно, это так. Поэтому это можно принять такую точку зрения, но это только для таких людей, ну, как бы отдельных. Не общие, отдельные, которые там талантливый, вот такой, знаете, уже самородок. Такой есть, конечно, сколько угодно. Но вообще какие-то высоты в искусстве все равно достигаются обучением. Все равно обучением. Ну, то есть надо помордоваться по академиям и училищам, ну, конечно, надо чтобы... Да. Конечно, потому что... Но искусство же, оно настолько разнообразны подходы к нему, и виды его, и там изображения всевозможные, какие угодно направления. Поэтому тут спорить очень трудно. Тут, видимо, надо просто принимать какую-то точку зрения, выбирать. И делать, ну и себя слушать, когда сам работаешь. Потому что, ну как ты скажешь, вот люди так говорят, это их право, и они, может быть, и отрицают образование как-то, хотя сами прошли, а некоторые даже не пройдя отрицают, а некоторые говорят, а, и учиться не надо, я и так художник. Ну это подчас такая фигня получается, извините за выражение. Ну да, сейчас, знаете, интересное такое время, когда даже творческую работу начинают захватывать себе компьютеры. Не так называемые нейросети. Порой даже невозможно отличить. Это стилизация, сделанная компьютером там, на основании какого-то
художника, или это нарисовал живой человек. Вы никогда не пробовали рисовать на компьютере? Нет, я не пробовал. Я, конечно, видел и знаю, что рисуют люди и делают иллюстрации, книги делают. Ну, мне не, нет, я также это признаю, оно существует, современный такой, современная техника, вот, современный подход. Но он не... там тоже есть интереснейшие вещи в искусстве, и то даже. Ну, как-то... Ну, просто он добавил как бы к живописи, к маслам, к афортам, к графике, добавлен еще вот такой вид искусства. И оно стало разнообразнее, вот и все. Тем более, что сейчас все равно все книжки верстаются в компьютере, так или иначе. Ну, верстаются, конечно. Ну, нет смысла верстать их иначе. В компьютере. Но в компьютере-то верстаются, а рисуют-то художники. Вот. Поэтому я говорю, кто-то рисует на компьютере, а кто-то рисует, кто-то акварелью, кто-то афорт, кто-то там карандашом, как угодно. Вот, разные пластики, поэтому это все встраивается в нормальный вид. Mm-hmm. Так, что компьютер поработит, я думаю, что вряд ли. Хотя надеетесь, что все-таки что-то нас оставит? Да нет, не знаю, мне кажется, что все равно работа рукой такая конкретная, вот, и конкретно бумаге, я думаю, ее ничем, как и театр ничем не заменить, как и там искусство изобразительное, как и другие виды искусства, не заменить таким техницизмом. Но рядом это может существовать, или, вернее, будет существовать, конечно, всегда. Я напомню нашим зрителям, что выставка называется «Прикосновение книги». Это Нижегородский выставочный комплекс до конца ноября. Олег Юрьевич, а были такие книжки, которые вы отказались? Да, были, конечно. Иллюстрировать. А почему? Расскажите о книжках. У меня с Бродским так получилось. Да? Чем вам не угодил Бродский? Нет, он не угодил. Дело в том, что я хотел, когда он уже уехал в Америку, меня с ним связывали, потому что я хотел сделать ему книгу «20 сонетов к Марии Стюарт». Ну, свою сам хотел сделать, и такой проект. Вот. И мои друзья ездили к нему, ну, литераторы, с ним договаривались. И я ему показал первые такие свои работы, как я хочу сделать. Он отказался. Я говорю, ну, я и делать не буду. Вот, книгу не буду делать. А отказался почему? Ему нравятся такие быстрые рисунки, нравились таким пером. Угу. А я делал сложные такие работы, такие в гравюрах. И он как-то к этому не очень душа. Ну, я сказал, ну и все. И я сделал ему сам его, уже без него, просто серию, не книгу, а серию станковых листов. Ну, они сейчас все в Русском музее. Но это получается, что это автор отказался от ваших услуг. Ну, это автор. А к вам приходит издательство, например, говорит, Олег Юрьевич, вот книжка, нам нужны иллюстрации. Вы читаете, говорите, не буду. Нет, ну, конечно, были такие, были. Просто я авторов-то не буду называть. В советское время были такие. И сейчас бывает, ну, вот, приносят же. Сейчас же многие авторы сами издают. Они приносят, вот, хочу, чтобы ты меня проиллюстрировал. А я почитал, говорю, да, не буду делать, да. Это, ну, не часто, но бывает, конечно, бывает. А ситуация наоборот, когда очень хочется сделать книгу какую-то, а вам ее там так и не сложилось, чтобы она вышла? Конечно. Это вот как раз сколько угодно. Так хочется сделать Салтыкова-Щедрина «История одного города», особенно сейчас. Так хочется. Но мне ее не заказали. Другим заказали, вот сделали другие там, ну, которые конкретно. А до меня, ну, мне не заказали такое. А я бы очень хотел, но пока не было такого. Очень хочу там делать еще какие-то там другие вещи. Очень хочу Бабеля сделать. Очень хочу. Ну, тоже. А почему Салтыков-Щедрин именно сейчас? Из-за отсутствия сатиры в России сейчас как таковой? Ну, потому что очень многие вещи похожи. Вот. Да и потом это как о человеке, который во все времена почти не меняется. Он, может быть, становится умнее, изощреннее, так, может быть, активней, в смысле ума и вообще другие техники, а натура есть натура человека. Что начальник, что подчиненный, что там крепостной, что там какой-то там помпадур, да, или кто-то еще. Вот. Все это остается. В людях все это есть. Ну, это, слава богу, это всегда было, всегда есть. Только на разных этапах по-разному. А потому что в Салтыков-Щедрине раскрывает вот эти и пороки, и, ну, больше, конечно, пороков, ну, и благодетели там у него есть. И смотрите, как вот вы упоминали, что иллюстрировали книги и в том числе, скажем так, не только российских авторов, но и зарубежных, да, вот «Пролетая над гнездом кукушки», ну, да, говорили. А реалии-то, ну, они нам не очень знакомы, эти американские.
Не очень, да. Но поскольку мне ее заказали сделать, попросили, ну, предложили сделать, я согласился, потому что я еще и очень наслышан был. Я, кстати, кино не видел, когда мне заказали эту книгу, я не видел кино. И я стал изучать просто. Ну, там, понимаете, какая штука, там особо изучать-то нечего было американского. Там все в людях. Все в характерах, все в образах. Там как таковой обстановки-то, ну, психдом. Там такой. И разные люди, и все в основном на этом вертится, на их характерах. И так же, как, кстати, я сразу говорю, как и у Чехова. Там, хотя есть, конечно, какие-то характерные вещи, такие пейзажи, что-то со временем, но люди есть люди, там все взаимоотношения. Вот. Кто как раз человек, там все дело как раз именно в нем, в человеке. И завершая наш разговор, вы же привезли в Нижний не только, собственно говоря, работы, да, но и какие-то редкие издания книг с вашими иллюстрациями. Вот самое редкое, что ли, издание, которое можно будет увидеть только вот на этой выставке. Можете сразу отвечу, что я не привез. Не привез ни книг? Нет, не привез. Только иллюстрации к книгам, потому что, ну, во-первых, для того, чтобы привезти книги, нужно еще такое еще насытить оборудованием, всякими там витринами специальными, потому что есть книги очень дорогие. Я хотел привезти две книги. А но какие, расскажите о них? Это вот «Славянские существа мифологические». Это уникальные книги. И «Семь смертных грехов». Ну, это большие толстые книги, переплетенные специально. Это редкая, как бы, редкие книги, редкая книга, так называется. Книга художника. Вот. Но они очень массивные, большие, их надо, и вот дорогие. И их, у меня всего по одному экземпляру. И их выкладывать и где-то держать довольно сложно. И вести даже не очень хочется. А если вести такие книги, которые, так сказать, изданы полиграфически, так, ну, это просто действительно надо много-много-много стеллажей, ну, всяких витрин. Но я посмотрел по залам, это немножко загромоздит залы, поэтому я решил, что только иллюстрации. Только иллюстрации. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню нашим зрителям, что у нас сегодня в студии был Олег Ихнин. Выставка «Прикосновение книги» работает в Нижегородском выставочном комплексе до конца ноября. Приходите, посмотрите на эти уникальные работы, выполненные совершенно в разных техниках. Спасибо вам большое, Олег Юрьевич. Да, вам спасибо. Успехов. Ну а сейчас наша следующая рубрика и слово Юрию Немцову. И чего тут только нет. Одно слово – ярмарка. Если бы меня спросили, что тебе больше всего запомнилось на осенней выставке «Арт Россия», я бы ответил – медовый спил. Вот у меня такое ощущение, что это еще и мед выступил. Почему у меня древесное это ощущение, что это такой медовый спил? И вот прям хочется погладить. Можно? Можно. Можно. Я разрешаю на выставке всем трогать, гладить. Я считаю, что это одна из целей выставки. Да приидет царствие твое. Только подойдя вплотную, можно разглядеть на медовой поверхности буквы. А почему молитва? Ну, потому что от нее все началось. К ней мы обращаемся. Любой человек, я думаю, что вот эту молитву любой знает наизусть. Ну, очень наш, да. И как бы... Ну, я не знаю, почему. С это так все очевидно. Началось. То есть и у вас здесь как бы начало... Спираль – это тоже начало, это время, это наши предки, это наша жизнь. И это будущее, это прошлое и будущее. И галактики спиральные, они тоже. Но я-то увидел почему-то спил. Это не спил? Ну, нет, это не спил. Но, наверное, есть какая-то связь. Мне казалось, связь, это годовые кольца. Потому что это тоже время, да? Вот спил – это тоже время, да? Каждое кольцо обозначает еще один год. Я издали подумал, что, может, это аммонит. Ну, знаете, да, эти древние моллюски, у которых такие вот ракушки красивые. Ну, я считаю, что когда у одного произведения много ассоциаций, то это очень хорошо. Значит, цель достигнута. Я уже боюсь ошибиться, потому что я принял вот эту картину за древесный спил. Оказывается, она молитва, да. Да, оказывается, это молитва. А сейчас я уже боюсь сказать, но вот у меня такое ощущение, что это не просто
кресло, а это крылья. Нет, это кресло. Многие считают, что это крылья, но это кресло. Это декоративная скульптура. Главная задача была, которая как бы явилась эмоционально сквозь магический кристалл, объем, переходящий в плоскость. Вот, собственно, вот это. А керамика, она очень многообразна, она и функциональна, и декоративна. Вот у Марины стены плоскости, у меня объемы. Поэтому мы нашли друг друга, выставляемся вместе. А как плоскость переходит в объем? Ведь вы же художник, но вы же сначала видите картину. Я сначала вижу пластический образ. Да. Я вижу пластический образ, который мне надо сделать, да. И потом? Потом ты прилагаешь все усилия, чтобы хоть в каком-то материале, в каком-то виде что-то равноценное можно было показать еще кому-то. Дать свободного романа. Я сквозь да. магический еще кристалл, не ясно еще различал. Не ясно. И также весь это профессионализм заключается в том, чтобы сделать это ясным и доступным для всех. Что тогда вот в этом тумане мерцало вот до того, как появилась эта женщина в саду, она была зеленая, и она сидела в кресле, в ней был покой и дерзость одновременно, и это была плоскость, переходящая в объем. Я ничего с этим не могу сделать, я этого не придумывала. Конечно, искусство существует не для того, чтобы бездумно любоваться красотой. Нужно еще и сочувствовать, сопереживать, думать и понимать, если только это возможно, понять, как плоскость переходит в объем. Афиша самых ярких культурных событий наступающей недели в программе «Арс Лонга». Прошу сделать несколько фотоотпечатков. Так называется выставка, которая проходит в Русском музее фотографии в рамках 8-го театрального фестиваля имени Горького. И так начиналась телеграмма, в которой Екатерина Пешкова обратилась к Екатерине Дмитриевой, дочери известного фотографа Максима Петровича Дмитриева. Она просит прислать фотографии с видами нижегородских босиков для подбора костюмов и грима при постановке пьесы Максима Горького «Фома Гордеев» в театре имени Евгения Вахтангова. В экспозиции выставки можно увидеть телеграмму и письмо Екатерины Пешковой, почтовые открытки и, конечно же, знаменитые фотографии Максима Петровича Дмитриева. В Нижегородском государственном выставочном комплексе открылась первая персональная выставка фоторабот Николая Соки «От начала». Николай Михайлович – член Союза фотохудожников и Союза дизайнеров России, работал в литературно-драматической редакции Горьковского телевидения, руководил Дзержинским драматическим театром. Что-то есть в фотоработах Осоки неуловимо значительное. Выбор мотива, техники, цветности и, самое главное, композиция кадра – все это свидетельствует об особенностях его собственного взгляда на мир. И еще одну юбилейную выставку произведений нижегородского художника-акварелиста Владимира Рекина «Плывущая поэзия акварели» можно увидеть в выставочном комплексе. Художник предлагает зрителю новые работы. Мастер неутомим в поиске мотивов, обновленной художественной формы, в стремлении раскрыть все богатые свойства техники акварели. Театр оперы и балета представляет балет в двух действиях, либретто по мотивам одноименной драмы Генрика Ибсена «Пир Гюнд». Либретто, хореография и балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России Атар Дадишкеляни. Художник-постановщик – главный художник театра Евгений Спекторов. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании NNTV каждую пятницу вечером. Счастливо!